Дорогие друзья, часто в жизни нас отвлекают от нашей цели. Всякое раздражение. Раздражение, например, мы теряем энергию, когда раздражаем на какие-то мелочи жизни. И когда, что, преодолевать это с помощью одного вопроса: почему я это вижу, почему я это слышу, почему я обратил на это внимание? И ответ всегда, конечно же, единственный ответ: потому что я отвлекся от цели. Поэтому у нас, конечно, должна быть цель какая-то, которая должна нас всегда напоминать о себе. Мы должны всегда помнить об этой цели. И ради цели мы должны терпеть, а не просто ради того, чтобы непонятного совершенства достигать. Нет. То есть нужно всегда стремиться к цели, и тогда нам легко будет, мы не будем никогда срываться. Мы знаем, для чего нам рано ложиться, рано вставать. Мы знаем, для чего нам не объедаться. Мы знаем, для чего нам терпеть какие-то неудобства. Мы знаем, поэтому мы знаем, ради чего. И поэтому мы не требуем, у нас не накапливается гнева. Поэтому спасибо за внимание. Вот. То есть давайте будем ставить цели и будем спрашивать, почему я вижу то или иной объект раздражитель. Значит, я забыл о цели. Спасибо за внимание.